Всем доброго времени суток, и сегодня я хотела бы показать вот эту небольшую кучку покупок с AliExpress, которые я заказывала в черную пятницу, которые только сейчас начали мне приходить. Итак, первое, что я хотела бы вам показать, это вот эти прекрасные пуговички. Посмотрите, какие они миленькие, маленькие. Размер их 0,9 мм, такие очаровательные. Их тут 100 штук должно быть, но я не пересчитывала. Будем надеяться на честность продавца, но меня они просто обворожили. Очень милые, такие симпатичные. Чуть склеилась, что ли? Какая-то двойная, девочки, пуговичка. Смотрите, бракованная получается, да? Или слипшиеся. Ладно, потом посмотрю. Скорее всего, ну, одной рукой не могу разлепить. Не знаю, не получается. Дальше, что я заказала? Заказала вот такую вот лампу. Лампа на прищепке и вот с таким вот светодиодом включается. Здесь светит довольно таки ярко. Лампа пришла сразу с батареечкой, поэтому сразу можно было ею пользоваться, работать. Ну, что могу сказать по поводу лампы при вышивке на черной канве, чем я сейчас занимаюсь, мне она не помогает. Не очень я вижу на ней, поэтому я никогда больше не буду покупать наборы на черной канве. Попробовала, и хватит. Так, что дальше я заказывала? Дальше для скрабукинга я заказала вот такой дырокол угла. Он скругляет угол должен, но я думала, будет больше скругления. На самом деле, вот совсем чуть-чуть скругляет. Срез получается ровненький, но я надеялась, что будет, знаете, такой покатый вырез. А здесь вот так вот совсем чуть-чуть. Ну, как будет теперь. Дальше, что я заказала? Это вот такие вот, опять же, для скрабукинга падает у меня все. Вот такие вот зайчишки. Зайчишки нескольких цветов, значит, вот такие вот розовые, вот такие более насыщенно розовые, по два штуки их получается каждого, зелененький, голубой, даже такой больше бирюзовый, желтенький, и, значит, опять же голубой, желтенький, и вот такой вот сломанный зеленый, как-то вот он дошел ненормально. Ну и пока не выбрасываю, не знаю, может быть, склеить его, что-то получится, но даже если выбросить, ничего страшного. Дальше мне пришел вот такой вот пакетик очаровательных уголков на блокноты, паспорта. Я думаю, они пойдут. Такие довольно-таки симпатичные. Тоже их не пересчитывала, но вот целый мешочек. Дальше я заказывала лот со скотчами декоративными. Сейчас покажу, какие мне пришли. Значит, вот такой вот скотч. Тут у нас с Парижем, усы, очки и все тому подобное. Так, второй скотч — это вот такой вот. Кисулька розовый, да, девчачий такой вариант. Что-нибудь пойдет. Дальше у меня такой вот скотч. Что это у нас? Какие-то яблочки, не яблочки, не знаю, что это. Зелененький, красненький. Потом зайчики голубые. Наплотка, видите, небольшая, но она стоила там доллар. Поэтому нормально. Теперь вот такие вот коты. Черный, серый на голубом фоне. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Не знаю, что это такое. Скотчик.
Теперь желтенький скотч. Такой тоже с какими-то котами. Коты, честно говоря, или кто это, или поросята, даже не могу точно сказать. Так, теперь скотч вот с такими собачкой, горошек. Очень такой радостный. Теперь какой-то мост. Не знаю, что здесь опять-таки. Эйфелева башня, тематика Парижа, в общем. И последний скотчик — это панда. Панда на желтом фоне. Вот такие вот солнышки. Как они клеят, я еще не пробовала. Сказать вам не могу. Как попробую, так потом расскажу. И заказывала лот различных всяких штучек. Железненьких, как подвески, не подвески, шармики. В общем, вот такая большущая сова. Очень очаровательная. Мне она понравилась. Мне кажется, сюда надо какие-то брюлики ей вклеить. Ну, в принципе, возможно и такое использование. Дальше, значит, символ Парижа. Тоже большая, вы видите, подвеска Эйфелева башня. Мои любимые часики. Не знаю, почему-то мне они очень нравятся. У меня уже их 3 получается. Хотя ни одни еще нигде не использовала. А потом, значит, что у меня? Вот такая вот подвеска с весами. Дальше очаровательный велосипедик. Видно, я надеюсь, его. Дальше 2 сундука у меня. Одинаковых сундучки с сокровищами, наверное. В общем, они абсолютно одинаковые, открытые. Дальше в 2 вот таких вот подвесочки кругленьких. Ну, думаю, на закладочке в книжке будет хорошо. Дальше что у нас? Корона. Такой большой самолет. И где-то 2 маленьких самолетика. Дальше что у меня еще тут есть? Такая вот розочка. Симпатичная довольно-таки. Это у меня платьишко. Тоже мне нравится очень. Дальше гитара. Дальше что у меня тут есть? Ключики. Ключики, значит, сейчас переверну его. Вот такой ключик золотой. И вот такой ключик. Тоже куда-нибудь на ключнице или еще куда-нибудь подойдет. Дальше вот такая вот подвесочка, цветочек. Дальше вот такая вот, не знаю, что это, сумочка, не сумочка, не пойму. Так, потом вот такой маленький совсем якорек. Открываю я вам рукой, да? Потом бантик. Замочек. Такой совсем миниатюрный. Не падай. Маленький. Звездочка. И, к сожалению, поломанная снежинка. Ну, вот она в дороге поломалась. Вот так. Так что вот такие вот посылочки мне пришли. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.